монастырской тиши сохраняются годы, годы тяжких трудов и сердечных молитв. Здесь покоится прошлое время народа. Эти стены свидетели мира и битв. Сколько судеб прошло через эту обитель. Здесь столетия оставили след, проходя имена на надгробиях старинных прочтите, преклоните главу, здесь святая земля. Свечи о душах усопших горят, а в небесных обителях души живые, о земных своих братьях молитву творят. И пусть все на земле проходящее и тленно, начинается жизненный путь. Вновь и вновь эту землю несут на себе неизменно нас хранящие вера, надежда, любовь. Нас хранящие